Межрайонная инспекция номер 11 призывает налогоплательщиков проверить свою задолженность перед государством и исполнить гражданский долг. На сегодня только 60% жителей Сургутского района оплатили налоги, начисленные на недвижимость и транспорт за 2020 год. Остальные со 2 декабря перешли в разряд должников. Общая сумма недоимки со стороны физических лиц превышает 155 миллионов рублей. Почти две трети из них за авто, мототехнику. Имущественные налоги, налог на имущество физических лиц, земельный налог, они поступают напрямую в местный бюджет, то есть в города и поселения нашего округа. То же самое транспортный налог остается на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Понимаем, что сейчас у всех новогодние хлопоты, все заняты, но провести уплату имущественных налогов очень легко и просто, не выходя из дома. Все мы в основном пользуемся сайтом госуслуг. Так как уже образовалась задолженность после 1 декабря, то эту задолженность можно уплатить напрямую через госуслуги.